чем дело? Что-то я услышал. На. А что делать? Я пойду посмотрю. А ты стреляй во все, что будет двигаться. Что ты сказала? Сейчас. Ботинки? Бери ботинки. Ты лучше выходи из своего куста, что ты там делаешь? Ну что, веселье окончилось, кажется. А, я знал, что я задел тебя. А ты уж начал сомневаться. Развяжи меня, я тебя остановлю кровотечение. А то если течешь ведь кровью, сука, да будь ты проклята. Ты знаешь, дура чертова, так ты кровь не остановишь. Мы там бросили аптечку. Ты, наверное, какой-нибудь герл-скаут, да? Лишь бы рекорд поставить. Сука чертова. Что ты понимаешь? Ты что? Мне вода нужна.
А, теперь начинается представление. Повернись, покажи, что у тебя есть. Sure smells good. Вкусно пахнет. Дикая курица. Говорят, дикая курица вкуснее, чем домашняя. Хотя откуда мне знать? Но ты молодчина. Знаешь поваренную книгу, как готовить техасскую индюшку и туда? Знаешь, какой техасский тунец? По запаху, как рыба, по вкусу, как курица. Приятного аппетита. Может, это последний ужин? Уже заткнись ты лучше. Ты что, говоришь по-английски? Почему вы иностранцы всегда удивляетесь, когда восточные люди говорят по-английски? Я... Ты американец, да? Where did you get that? Это у тебя откуда? Я задаю вопросы. Ты почему выдавал себя в Хайфоне за француза? Я не знаю, о чем ты говоришь. Я была рядом с тобой, когда ты убил генерала. Что ж ты не сдала меня? У меня были свои причины. Почему? Ты мне живой нужен больше, чем мертвый. Ты стоишь дороже. Add me up for the kill, huh? А, теперь не откармливаешь, перед тем, как забить. Заткнись и ешь. Go ahead and sleep. Спи, сука. Wake up, we got company. Проснись, мы не одни. Wake up. Проснись. Дай ной, как иду? Кантой, чонди.